этот парень нашел способ зарабатывать 3000 рублей в день, вообще ничего не делая. Его зовут Дмитрий, и он разместил на Авито вот такое объявление по продаже набора ножей. Продает такой за 3100 рублей. При этом фотографии явно он взял с интернета, и товара у него, скорее всего, нет. А дальше заходим на сайт Мегамаркет и видим, что тот же самый набор ножей тут можно купить за 4000 рублей. И при этом бонусами нам вернут 46%, что составит 1800 рублей. То есть получается, ножи нам чистыми обойдутся в 1200 рублей. А на Авито продаем мы их за 3000 рублей. То есть мы зарабатываем 1800 рублей с каждой продажи. И так можно повторять сколько угодно раз. То есть получается, судя по Авито-аккаунту, у него на этом объявлении, ну, он минимум может делать там 2 продажи в день. То есть у него выходит больше, чем 3000 рублей в день, даже больше, чем 4500 рублей в день на продажу вот такого набора ножей. И что он сделал? Он просто выставил это объявление, поставил сюда стоковые фотки и все. Только у него либо покупают с доставкой, либо пишут ему сообщение и договариваются о встрече, он просто выкупает этот товар с мегамаркета и отдает клиенту и зарабатывает свою разницу и все. То есть это бизнес вообще самый простейший. Вам не нужно париться о трафике, не нужно париться о закупке товара, о поставщиках. Все за вас делает, по сути, Авито и Мегамаркет. Вам достаточно только найти товар и выложить объявление. Вот такая супер простейшая схема заработка. Повторяйте.